В прямому ефірі студія «Репортер». Добрий вечір, я Віталій Хемій. Говоримо, як завжди, в цей час про найактуальніше. На початку представлю наших сьогоднішніх гостів. Михайло Шмушкович, голова міської організації «Блок Петра Порошенка. Солідарність». Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, Михайло Касин, політичний експерт. Добрий вечір. Здравствуйте і вам, Олексій Єремиця, депутат міськради, опозиційний блок. Добрий вечір. Говоримо, як я казав, про найактуальнішу тему. Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив під час виступу у Верховній Раді, що готовий залишити свою посаду. Питання, яке ми сьогодні задаємо вам, шановні телеглядачі, чи панують в Україні закон та справедливість? Якщо ви десь бачили фейсбук-сторінку Юрія Луценка, така, там величезний надпис і три слова – закон та справедливість. Якщо ви вважаєте, що в Україні діють закон та справедливість, дзвоніть за телефоном 048-784-8081. Якщо ви не згодні з цим твердженням, дзвоніть за телефоном 048 код міста Одеси 784-8082. Отже, сьогодні ми говоримо про пана Луценка та його заяви. Перше питання до вас, Михайло. Чи заговорив би Юрій Луценко про відставку, якби два дні тому активістка, помічник мера міста Херсон Катерина Гендзюк не померла в лікарні? А так сталося, що, по суті, Луценко заговорив про відставку лише під тиском громадськості. В Фейсбуку були призиви відставку, нам Луценко. Чогось обійшлось би? Ну, смотрите, давайте разделим этот вопрос на несколько частей. Во-первых, я лично не был знаком спокойно и приношу ее глубокие соболезнования всем ее близким. Я знаю несколько моих хороших знакомых с ней были в очень хороших отношениях, которые они отзывались в высшей степени хорошо. А как о действительно честном человеке, потому что активисты у нас делятся тоже на целый ряд категорий. Сегодня. Но при этом я хочу напомнить, что это уже не был на тот момент нападения просто активиста, это был управляющий делами, а фактически это заместитель городского головы Херсона, то есть это топ-чиновник был Херсонской мэрии. Все-таки это достаточно важный момент, который нужно знать, и о котором пытаются меньше и меньше говорить в последнее время. Произошла трагедия после того абсолютно жуткого нападения на нее, она умерла, и опять же приношу глубокие соболезнования. Под это была запущена волна целым рядом людей. Были проведены митинги в целом ряде городов нашей страны, и тех людей, которые приходили на эти митинги, я делю на три категории. Это те люди, которые возмущены вообще состоянием правоохранительной системы, это те люди, которые лично ее знали и переживают за нее, за ее семью, третья категория – это люди, которые на этом решили заработать политические дивиденды. Нападение было достаточно давно, более того, в отличие от многих других нападений, и организатора нападения, и исполнителей задержали, более того, из пяти задержанных четыре уже дали признательные показания, только вот организатор не тот, да, не установлен заказчик, но в отличие от многих других, это преступление было раскрыто, значительная его часть, по крайней мере. И даже оппоненты существующей власти, я сегодня был в эфире другого телеканала с народным депутатом от самопомощи госпожой Сотни, которая говорит, что да, полиция, в принципе, со своей задачей справилась. Было запущено политическое действие, которое сегодня наблюдали в Верховной Раде. В качестве механизмов противодействия было, собственно, сделано заявление Луценко. Я к этому именно так это отношусь. Михайло, таке теж питання до вас. Чи почули б цю заяву, якби Катерина Гендзюк ще була жива? Ну, понимаете, я вообще не склонен придавать действительно серьезного значения высказываниям, которые происходят у нас в Верховной Раде. Мы сейчас находимся в предвыборный период, и, собственно, мы вошли в этот период, когда все политические партии, когда все политические деятели, они думают прежде всего о выборах. И понятно, что Юрий Луценко, будучи политиком прежде всего, имея политический бэкграунд, он думает о предстоящем предвыборном цикле, уже выстраивает свою политическую стратегию. И сейчас, понятно, идут переговоры о конфигурации, как пойдет партия власти, кто возглавит партию власти. Есть и перспективы у того же Юрия Луценко возглавить предвыборный список.
Может быть, это будет Юриценко, может быть, это будет Гройсман, мы увидим. Но в любом случае сейчас все действуют с оглядкой на предстоящий предвыборный цикл, поэтому я бы не придавал особое значение тем высказываниям, которые мы еще слышим в Верховной Раді. Я хотів це питання задати трохи пізніше, ми повернемося, але все ж таки до цього питання, саме заяви Юрія Луценка. Олексій, ми побачили, що було таке рейтингове голосування, лише там 30 нардепів підтримали. Я так розумію, що Луценко отримав такий вотум довіри сьогодні. Ну, тяжело бороться с Генеральной прокуратурой, когда она вносит предложение лишить депутатской неприкосновенности некоторых депутатов и очень многих, в том числе, конечно, и депутатов оппозиционного блока. Я думаю, что ситуация вокруг гибели, смерти госпожи Гандзюк, ну, во-первых, нападение было достаточно давно, и здесь я склонен согласиться с Михаилом, что действительно, достаточно оперативно полиция провела разыскные работы и были схвачены преступники. По поводу заказчиков, как всегда, это осталось где-то за кадром, но тем не менее, в отличие от тех событий, которые у нас имели место в городе Одессе, когда там нашли грузинских киллеров, брасеточников, да, то мне кажется, ну понятно, тоже это все, конечно, по наитию или по какому-то собственному впечатлению, это действительно, мне кажется, заказчики, а преступники, которые совершили это действие. И здесь, конечно, нужно отметить быструю такую активную работу. Здесь, опять же, понимаете, у нас в чем проблема в нашей стране? У нас все происходит по принципу политической, так сказать, необходимости. То есть, если бы, допустим, это был бы, например, там, активист, условно говоря, оппозиционного блока, то никто бы никого бы не искал, или там напали бы на какого-то человека, допустим, там, как говорят, там, ватник, я не знаю, или как угодно. Но здесь как бы общественность, поэтому так все быстро было произведено. Понимаете, склонен я согласиться с господином Касом Михаилом, что действительно наступила уже борьба такой предвыборного шатания, и каждый начинает задумываться. Я думаю, что здесь еще очень важно отметить непростые взаимодействия между Народным фронтом, который достаточно серьезно представлен в Верховной Раде, хотя реально политических на сегодняшний момент политической поддержки в обществе не имеет. Там рейтинг Народного фронта, я не знаю, сколько там, 0,2. И, несмотря на это, огромная, большая фракция представлена в Верховной Раде. И самое главное, у них очень серьезная должность. Это должность министра внутренних дел, которую возглавляет господин Аваков. И он благодаря своей должности имеет достаточно большое влияние, я не знаю, там 60, говорят, 80 депутатов, которые четко зависят от господина Авакова. Возможно, и вот вся ситуация вокруг требования отставки силового блока, такого как министра внутренних дел и генпрокурора, носит еще определенный такой подконтекст, это взаимоотношения между администрацией президента, БПП и господином Аваковым. Ми плавно перейшли до особи громадянина Авакова. Так? Можемо сказати, що активісти на даний момент, Михайло, до вас звертаюсь, досягли, так, депутати ще не проголосували, половини своїх вимог. Луценко заявив, що готовий піти у відставку. А чи буде пан Аваков наступний, хто також вийде, скаже, я залишаю свою посаду? Ну, у нас, я не так давно общався теж з одною з представителів преси одеської, вже не одеської преси, називаємо це так, і вона сказала мені наступну фразу, що у нас слово «активіст» вже чуть не ругательним стало. Більше того, це звучить навіть серед самих некоторых людей, которые еще недавно называли себя активистами, в том числе и в публичном пространстве. Те люди, которые называли себя активистами, часть из них, не скрывая, активно участвуют в разного рода корпоративных конфликтах и постоянно в этом участвуют, причем сталкиваясь друг с другом так или иначе. Это одна группа людей. Это не говорит о том, что они не занимаются другими проблемами, но они занимаются этим. Часть людей начали крестовый поход против действующей городской власти, я говорю об Одессе. При этом, с кем они договариваются, с кем они взаимодействуют, это тоже отдельная история жизни. При этом мы еще забываем, что многие из этих людей, говоря, что вот покойная Катерина достаточно жестко и агрессивно себя вела с правоохранительными органами, но и мы это, в принципе, видели и с господином Устипенко, который достаточно жестко и, на мой взгляд, перегибая палку, вел себя в Одесской мэрии. Но то, что эти люди иногда сталкиваются еще и с другим миром, который абсолютно криминальный, который живет по своим законам,
А некоторые люди, которые участвуют, скажем, то в активисты, имеют к этому тоже какое-то отношение или имели в прошлом. Я думаю, что на самом деле значительная часть нападений не являются вот какой-то вот системой, не сидит какой-то страшный человек в каком-то кабинете и там проводит какую-то работу по устранению каких-то конкретных людей, чье политическое влияние, по крайней мере, в нашем городе, достаточно небольшое с моей точки зрения. А, на мой взгляд, это ряд конфликтов разного рода. Безусловно, я не хочу огульно всех обвинять. Безусловно, есть огромное количество людей, которые делают колоссальную работу, искренне в это верят. Но при этом я бы разделял все-таки категории так называемых активистов, которые на самом деле политики, людей, которые участвуют в корпоративных конфликтах. И третья категория, которые действительно активисты и общественники, которые, к сожалению, в настоящее время самая небольшая. Так. Знаете, тут вот Михаил поднял очень серьезную тему, хотел бы ее развить. 4 года назад самой большой популярностью пользовались как раз гражданские активисты, общественники. Мы помним, что именно они делали Майдан, именно они призывали людей на улице Киева, на площади. И понятие «гражданский активист» было выше любого политика и так далее. Спустя 4 года что мы видим? Фактически гражданские активисты, не все, но многие, они, к сожалению, дискредитированы. Сознательно, несознательно, дискредитированы, заслуженно, незаслуженно, но гражданские активисты дискредитированы. Какая опасность? Опасность стоит в том, что гражданские активисты — это кто? Это активные граждане, то есть активные члены общества. В западном мире это те люди, которые помогают власти, указывают на ошибки и, как правило, всегда находятся вне подозрений. У нас же вот все перевернулось, и вот это вот бацилла недоверия, а я каждую передачу, я не устаю это повторять как мантру, о том, что самое главное, чего нам не достает, собственно, и в обществе, и в политикуме, это доверие. Мы будем говорить откровенно, мы друг другу не доверяем, ни в обществе, ни в политике. И самое главное, теперь мы уже не можем зачастую доверять активистам, поскольку многие активисты, не так или иначе, попались на, скажем так, злоупотребление своим статусом. Так? И это очень прискорбно, потому что... Некоторых громадских думок зараз є такі поширені, такі вислів щодо цих людей. Ну, ви понимаете, вот в том-то все дело, что гражданский активист и лидер общественного мнения – это совершенно разные вещи. Это разные вещи, потому что если раньше гражданские активисты не имели легитимность, то есть поддержку общества, то, к сожалению, сейчас гражданские активисты не имеют этой поддержки. И лучшим доказательством этого является то, что гражданские активисты, по сути, сейчас не могут, как раньше, вывести людей на улицу. Да, могут выйти, скажем, их сторонники, то есть члены организации и так далее. И зачастую, кстати, выходят не только из гуманных соображений, но и из чисто меркантильных соображений. А просто гражданские активисты, если сейчас они кого-то бы призвали на улицу для своей поддержки, для отстаивания интересов, люди бы не вышли, потому что, к сожалению, они дискредитированы в глазах общества. И это, я повторюсь, к сожалению, потому что это те люди, которые, по идее, должны были двигать наши реформы и должны были как раз выступать тем контрольным механизмом, который бы контролировал власть и удерживал это злоупотребление. Эколог, я почув вашу думку стосовно активистов, но все ж таки, щодо пана Авакова, чи вистачить ему сміливості, ну, може, це буде такий політичний ход, ми це теж розуміємо, також вийти і сказати, ось я вже 4,5 роки працюю міністром, бачу, що критикуєте мене, я теж готовий піти із посади. В нашій країні найкращий бізнес – це власть. Это единственный, самый доходный и абсолютно такой, знаете, безответственный вид деятельности. И, конечно, должность министра МВД ему приносит колоссальные деньги. Ну, миллионы, миллионы, миллионы. Это все прекрасно понимают. Как и господину Луценко, его должность генпрокурора. Это самый лучший бизнес. То есть быть там собственником, условно говоря, какой-то агрофирмы или завода, это чепуха по сравнению с такой должностью. То, что сейчас происходит в стране, мы же смотрим, сколько у нас на Авакова аффилировано всякого рода непонятных организаций, которые состоят из тех, вот, как говорят коллеги, активистов. Какие-то корпуса, национальный корпус один, второй, третий. Ходишь по улице, вот буквально там проходил, смотрю, национальный корпус «Легион» висит там.
что это такое, чем он занимается, кого он там шатает, кому не дает строить или кому помогает застройка, непонятно. Да? Абсолютно мы скандалы видим. Мне кажется, вся ситуация после смерти Гандзюк, это превратилось опять в определенный такой пиар-ход определенных политических сил или деятелей, активистов, черт знает, как можно называть, то есть проходимцев, я так бы называл бы, которые там под именем Майдана, для меня это госпереворот, вот пришли как бы к власти или к своей какой-то деятельности. Потому что вот когда вот говорит Михаил, что там они звали на Майдан, да на Майдан не звали никакие активисты, о них никто не знал, это были просто там бегали какие-то беспризорники, очень часто абсолютно безработные люди, которые после Майдана приехали, одели на себя там военную какую-то форму, начали там рассказывать о том, куда нам идти всем. Всех начали строить, что-то там начали рассказывать. Потому что звали на Майдан как раз олигархи, которые захватили власть. Тот же господин Порошенко и некоторые другие. Короче, для Авакова просто сегодняшний момент ловушка. То есть Луценко джигит, подал заявление, сейчас администрация президента поможет, посчитает голосов, все будет хорошо, он останется на своей должности. У Авакова тоже есть голоса, у него там 60-80 контролируемых депутатов. Но если эти депутаты узнают, что под ним там шатается частично кресло, да, и у Петра Алексеевича есть свое отношение к господину Авакову, мы знаем о их непростых взаимоотношениях, то может так произойти, что ситуация со ставкой Авакова пройдет несколько в другом, а по-другому пройдет, как с господином Луценко. Поэтому я думаю, что у господина Авакова сейчас непростая ситуация. Писать ему заявление будет сложно, очень непросто, но я бы очень хотел бы увидеть этот момент. Так, даже с Исламом Михайловым можно пропоновать. Я согласен с Алексеем категорически. Действительно, на Майдане были абсолютно разные люди, как разные люди из любой национальности и так далее, и так далее, и так далее. Но действительно, удар на его частью и активностью людей, которые действительно это начали, это были гражданские активисты, людям, которые и в Одессе, где я это видел собственными глазами. Другое дело, что руками тогдашнего губернатора в Одессе Виктора Федоровича Януковича в Киеве этим событиям дали очень сильно разгореться. Многократно и так далее. Да, в этот процесс включались действительно олигархи, медиа и многое-многое другое, но самое, ну, вина... Без них бы ничего бы не было. Сейчас же ведь не показывают показывали раньше топ-каналы. Причем все показывают. Действительно не было, если бы не было абсолютно идиотской позиции Виктора Федоровича Януковича. Не будь этого, всего остального действительно не было. Я думаю, что пятое колесо в этой ситуации. Наприкінці листопада ми обов'язково повернемося до цієї теми. Так, дуже стисло Михайло, і далі продовжимо про героїв сьогоднішніх днів. Я благодарен за приглашение. Вы меня приглашали на прошлой неделе. И вот мы каждую неделю обсуждаем вот тему. Прошлой недели это было в списке. На этой неделе мы обсуждаем возможную отставку Луценко. То есть, вы поймите, мы обсуждаем все, что угодно, но мы отходим от ключевой цели, от ключевой повестки дня. Это проведение реформ, анализ реформ и критерии эффективности реформ. И реформа – это самое главное. Второе, что касается Майдана. Я не соглашусь с Алексеем. Почему? Потому что все-таки люди, выходившие на Майдан, да, это были совершенно разные люди, но выходило очень много достойных людей, людей, верящих в то, что они делают, искренне верящих, людей, которые шли и под пули, а людей, которые действительно, есть в английском замечательное слово determined, да, то есть вот, которые целенаправленно шли и отстаивали позиции, очень важные для будущего нашей страны. Другое дело, что те люди, которые выходили на площади, они естественным образом не смогли это конвертировать в реальные механизмы политического влияния. И эти механизмы политического влияния оказались в других руках. Да? То есть в руках тех, которые, в тех руках, которые во многом злоупотребили той властью, которая у них была, а даже не столько злоупотребили, просто не сделали тех реформ, которые были бы необходимы. И мы сейчас видим, что у нас коалиции в парламенте нет. Так, у нас есть, например, партия «Народный фронт»,
которая ну, никого уже не представляет, да, у которой практически нулевой рейтинг. В отличие, кстати, от партии БПП, у которой по-прежнему ну, достаточно неплохой рейтинг, учитывая пребывание власти на протяжении 4 лет. Реплика Михайлу, реплика Алексею. Давай, у нас очень часто звучит, что есть какая-то политическая сила, которая имеет тот или другой рейтинг. Я хочу напомнить, что мы на момент выборов, когда создался Народный фронт, очень многие политтехнологи, технологи не давали ему 3% и достаточно серьезные аналитики. Кто какие результаты возьмут на выборы, покажут выборы, а не какие-то рейтинги, не какие-то опросы. Если же мы просто, вот почему хочу вернуться к фигуре господина Авакова, почему так. Считаю это достаточно важным, я думаю, что даже те люди, которые говорят о том, что влияние Народного фронта, реально политическое влияние, если не убрать Верховную Раду, достаточно небольшое, то если мы говорим об Авакове, то если мы говорим об его позициях Харьковской области, я говорю об электоральных позициях. Да. Более того, ресурс Авакова в свое время еще позволял ему поддерживать Юлию Владимировну Тимошенко и добиваться на выборах 2010 года для нее очень неплохих результатов. А это сейчас сменился было уже давно, Михаил. Я говорю о человеке, то есть я его в принципе как бы видел с близкого расстояния несколько раз, с ним общался, но я бы не списывал какого-либо политика до момента проведения выборов и ту политическую силу. Да, возможно, какие-то, то есть я в данном случае говорю, то есть можно говорить абсолютно о любой политической силе. То, что Аваков является топ-фигурой украинского политикума, это факт. И вне зависимости от того, как пройдут президентские выборы, вне зависимости от того, перед следующими парламентскими выборами, а это будет... А у нас страна парламентско-президентская, не наоборот. А Арсен Аваков будет одной из тяжелых в любом случае фигур в будущем предвыборном раскладе. Так, пан Алексей. Будет, опять же, да, будет ли он министром или не будет, хочу, не будет. Я хочу, знаете, вот так, когда слышу эти стенания про Майданы, мне становится смешно. Я помню первый Майдан. Тоже рассказывали о реформах, о том, как все будет счастливо, как все будет здорово, как будет великолепно. Я помню, чем все закончилось. Превратилось это все в огромную, просто такую, знаете, мега-коррупционную движуху. Когда земля начала просто разлетаться, когда появились откаты, бюджет просто начали разворовываться так, что при Кучме просто все отдыхали. Михаил Владимирович, вы же тогда вроде как бы в другой политической силе были. Я думаю, вам защищать первый Майдан не стоит. Сегодняшний... Второй Майдан, та же самая ситуация. Тоже рассказывали за европейские ценности. Нет, дайте я договорю. Вы же давали время оппонентам. Давайте я договорю. То же самое. Рассказывали про европейские ценности, про то, как будет здорово, как реформы, борьба с коррупцией. Что сейчас происходит? То же самое. Милиция крышевала игорный бизнес. То же самое. Аваков, его зам, все знают об этом, крышует игорный бизнес. То же самое происходит. Только плюс этого умирают люди. Появляются какие-то национальные корпуса, которые гоняют, вымогают деньги с людей. Которые просто под крышей полиции, которая реформирована была, просто убивают, я не знаю. Да им без разницы, кого убивать. Активистам, про Майдан, не про Майдан, без разницы. Конечно, Аваков это реальная сила на выборах. Потому что завтра зайдут его молодчики от национального корпуса, я не знаю, какого угодно там. Такой, любого цвета. И устроят переворот на избирательном участке, в окружной комиссии, да хоть в ЦВК. И никто ему ничего не сделает. Потому что полиции вы будете звонить, полиция не приедет, либо приедет и будет стоять в стороне. А молодчики, переодетые в камуфляж, будут вас ложить мордой в пол. Вот так будут происходить выборы. Мантры о том, что молодчики будут громить избирательные участки ЦВК, слышу примерно столько же времени, сколько слышу, что это власть проведет... Такого я не видел. Если вы видели, покажите мне, пожалуйста. Там вот в Суворовском районе были выборы. Я понял, что происходило. Мария Магдалина какая-то прилетала. Я вам могу сказать за выборы. А что касается вот Майдана, первого Майдана, вот на самом деле политическая сила не имеет значения, имеет значение личные убеждения человека. Я, как человек,
поддерживал и первый Майдан, и второй Майдан, Алексей Николаевич. И в данном случае будет. Первый Майдан поддерживал? Поддерживал, находился там, да. В качестве кого? В качестве человека. Человека. Абсолютно человека, который находился на проспекте 4. Впевнено, що ми. Халдіч, я вас умоляю. Наприкінці листопада обов'язково повернемося до Майдану. Алексей Николаевич, я ж не говорю, хто де був. Давайте кожен буде говорити за себе. Більше сьогодні говоримо про будуть, коли був второй Майдан, я був депутатом облсовета партії регіонів. Я вам можу це напомнити. У нас є час, я вас не стримую, але все ж таки є сьогодні герой дня. Рушійна сила і першого, і другого Майдану, між іншим, пан Юрій Луценко. Він очолював Генеральну прокуратуру 2,5 роки. Це більше, ніж там Махницький, Ярема, Шокін, я вже забуваю їх прізвища. Але давайте спробуємо надати оцінку його діяльності. Так, його ще не звільнили, можливо, і не звільнять, але це дуже такий привід, щоб розказати, що вдалося зробити пану Луценку на цій посаді. По черзі, питання одне для всіх. Спочатку Михайло, я нікого не... Смотрите, я розумію те, що ощущають наші телезрителі, по ту сторону екрану знаходяться, і розказувати о якихось геніальних досягненнях Луценка на Генеральній прокуратурі було б глупо і смішно. Что единственное я могу сказать, потому что мои были ощущения. Так получилось, что где-то в течение полугода назад мне довелось пообщаться с Юрием Луценко. Общался я с ним в жизни дважды. После 2 мая, когда он приезжал в Одессу, и буквально где-то несколько месяцев назад. И те вещи, которые от него прозвучали, для меня были, для меня, человека, который, в принципе, разбирается в политике и занимается какими-то вещами, в принципе, были достаточно серьезным откровением, которое касается того, что у нас пришло действительно изменение законодательства. Роль прокуратуры, то роль, которую требуют от нее и которую хочет увидеть абсолютно любой избиратель или любой человек просто физически, очень многие полномочия к ней уже давным-давно не относятся. И те показательные процессы, которые должны были бы происходить, физически не может проводить прокуратура. Да, прокуратура не может заниматься на сегодняшний день топ-чиновниками. Не может. По закону не может. Эти функции делегированы другой структуре. Как она работает, это вопрос отдельного эфира, отдельных разговоров, но это действительно так происходит. И очень часто звучит, сколько вы посадили топ-коррупционеров и так далее. Да не может он посадить ни одного топ-коррупционера. Оно по закону уже не занимается им прокуратура. Да, это неприятно, это звучит правильно или неправильно, это было принято, это отдельный вопрос. Но есть на сегодняшний день функции, которые у прокуратуры остались. Я не буду цитировать его пресс-секретаря по количеству задержанных, так называемых, людей категории «Б», но они действительно есть. И более того, я не говорю, что прокуратура работает идеально, упаси Бог. Я не говорю о том, что у нас оправдались ожидания людей, которые выходили и на первый, и на второй Майдан. Тут Алексей Николаевич абсолютно прав. Но я хочу сказать о том, что действительно есть изменения. Изменения, да, они небольшие, да, они, но это колоссальные изменения по сравнению с тем, что происходило во времена Виктора Федоровича Януковича. Да, о них тогда даже боялись писать, о них боялись говорить, в том числе и местные телеканалы, и центральные каналы. Но шаг колоссальный вперед сделан. Ми почули пана Михайло, зараз ви, пан Михайло, потім Олексій. У кожного є час. Ну, я би хотів, давайте я реагую на слова колег, поскольку не було можливості в отношении Арсена Авакова. Звісно, Арсен Аваков остається політичним тяжеловесом в Україні. І вне зависимости от того, прибуває він в Народному фронті, чи він не прибуває в Народному фронті. Поэтому в данном случае я не отождествлял действительно рейтинг Народного фронта и политическое влияние Арсена Авакова, который имеет серьезные позиции в Харьковской области и, собственно, в самом Харькове. И в целом влияние на разные группы активных граждан в нашей стране. А вопрос только в том, с кем пойдет Арсен Аваков. Существует разное абсолютно мнение на этот счет, но я бы сейчас не делал никаких однозначных, не давал никаких однозначных ответов. Почему? Потому что до выборов еще достаточно далеко. И исход президентских выборов предопределит конфигурацию парламентских выборов. Напомню, в преддверии предыдущего парламентского цикла было очень много разговоров о возможности совместного похода Народного фронта и партии БПП. Но в конечном итоге Народный фронт решил идти отдельно. И, ну,
это решение было принято буквально за там, 3 месяца до выборов парламентских. То есть, о чем я говорю, пока непонятна конфигурация будущих парламентских выборов. Что касается Юрия Луценко и его достижения на посту генерального прокурора. Я скажу следующее. Я здесь соглашусь с Михаилом. Конечно же, нельзя говорить о том, что все ожидания, которые, возможно, были у людей, они оправдались. Но при Юрии Луценко действительно началась активизация Генеральной прокуратуры, да, не под топ-чиновником, но под чиновником, как сказал Михаил, категории «Б». И это тоже нужно признать. Да, прокуратура, она не до конца реформирована, есть серьезные проблемы, есть претензии. Но если мы в целом оценим ситуацию, которая, например, существует сейчас и существовала, например, 5 лет назад, я бы выделил одну негативную, одну позитивную черту. Негативная черта заключается в том, что многие профессионалы, действительно, они вынуждены были покинуть свои должности, уйти из правоохранительных органов из иллюстрации, так? Потому что им, собственно, запретили занимать эти позиции. Я считаю, что это было неправильное решение, поскольку многих профессионалов система вымыла. Это было неправильно, причем многие люди не действительно были добросовестны. Какая позитивная черта проведенных реформ? А поскольку сейчас прокуратура потеряла те полномочия, которые она имела до этого, и у нас создалось вообще несколько таких правоохранительных структур, которые балансируют друг друга и служат определенной такой системой сдержек и противовесов для друг друга. Это хорошо, поскольку вот в отсутствии какого-то монолитного сильного правоохранительного института и присутствии ряда балансирующих структур, все-таки за счет этого удается и отстаивать интересы и прочее. То есть вот с точки зрения баланса в системе, мне кажется, это хорошо. Эффективно ли это, не знаю, но с точки зрения баланса системы и развития демократических институтов в нашем обществе, по крайней мере, вот поддержание той либеральной обстановки, которая у нас объективно есть, но нужно признать, что действительно это есть. И последняя ремарка, очень так. Коротко, в отношении в целом достижений за прошедшие 5 лет. Можно по-разному критиковать действующую власть, но вот я смотрю, сколько появилось новых центральных каналов. Около 5-6 за последнее время. Сколько каналов появилось в Одессе и так далее. Но вот медиаполе, оно объективно, оно расцветает. И при Януковиче такого не было. Но нужно признать, что за последние 4 года медиа значительно укрепились. Все ж таки, мы будемо... Зараз, Олексій, ви скажете за вами останнє слово щодо діяльності Луценка. Колеги, ми обов'язково в цьому складі, я буду наполягати на цьому, щоб ми запросили вас на 5-ту річницю Майдану, бо ми сьогодні більше за Майдан говорили. Це якийсь фальстарт, я вважаю. Може, це навіть не стоїть. Чому фальстарт? Олексій, все ж таки, Юрій Луценко 2,5 роки. Во-первых, я скажу, у меня такое ощущение, господа, что мы как бы живем в разных странах, вот честно, у меня такое впечатление. Потому что когда вы рассказываете о достижениях прокуратуры и как все там меняется, им тяжело, сложно, но не пытается. И в принципе, вот там вдали маячит уже, так сказать, европейский уровень, так сказать, и так далее. Мне как-то немножко так даже, не знаю, вроде как и смешно, и грустно. Давайте так, во-первых, скажу вот что, ничего не изменилось, вообще ничего. Вот что было при Пшонке, та же самая коррупция. То же самое, ничего не изменилось. Да, у них забрали общий надзор. Но при этом все то же самое осталось. Вы вообще в курсе, что со всего одесского бюджета все городские, районы, областные бюджеты дают 1% отката областной прокуратуры? Вы не знаете об этом, нет? Так вот узнаете, вот я вам рассказываю об этом. Узнаете, у любой фирмы, которая выполняет, она дает 1% областной прокуратуры. Раньше такого даже не было, но я не слышал о таких нюансах. Точечные были какие-то движения, но чтобы вот так централизованно, красиво. Дальше, простой пример. Я как депутат Госсовета скажу, не отходя, так сказать, от темы, да, через земельной комиссии. Когда отвели абсолютно незаконно, без всяких оснований, 6 гектар земли на улице Жаботинского к приезду генпрокурора господина Луценко на улице Жаботинского. Незаконно. Где уголовное дело? Где это все? Отвели 6 гектар. Как могли отводить землю? Только если Верховная Рада приняла решение о том, что выделяются денежки для строительства жилья для работников прокуратуры.
А так, получается, дали областной прокуратуре эту землю, и она с инвест-договором с какой-то частной компанией будет что-то строить. Во-первых, на 6 гектар можно построить столько квартир, что можно поселить с работников прокуратуры всего бывшего СНГ, или там Советского Союза, как угодно считайте. Сейчас вот не дали на последней сессии 3 участка на Тульской. Абсолютно тоже интересно. Вначале прокуратура в интересах города забрала у нехороших там каких-то бизнесменов, которые там что-то захватили или непонятно прихватили. А сейчас мы отдали опять прокуратуре эти 3 земельных участка. Вот вы знаете, я вам хочу сказать такую вещь. Городские власти боятся прокуратуру, уважают, ну боятся. И они абсолютно в нарушении всех законов, за контролем, со соблюдением которых отвечает прокуратура, генеральная, областная, передает землю этим же прокурорам. О чем мы можем говорить? Пан Луценко, даже раньше такого, я не помню, да, приходил с прокуратуры областной какой-то сотрудник, сидел на заседании земельной комиссии, что-то там смотрел, что-то там вникал. Тогда хоть как-то еще там боялись, старались, но я не помню, чтобы прокуратуре вот так в тупую, абсолютно незаконно, давали 6 гектар земли. Я такого не припоминаю. Пан Луценко в курсе. Пан Луценко в курсе. К его приезду это все было организовано. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Уровень коррупции. Нам рассказывали про Пшилку, он был негодяй. Здесь паковали чемоданы, отвозили от зампрокурора областного, который сейчас в России, отвозили там пшонки, сыну, там еще кому-то. Ничего не изменилось. Все то же самое. Поэтому вы рассказываете полную туфту, что что-то там изменилось, какая-то там новая тема и так далее. Да это все жители Украины это видят, господа. О чем мы говорим? Право на життя. Конечно. Декілька секунд, пане Михайло. Алексей Николаевич, большой специалист медиа, как мы узнали. Алексей Николаевич знает, кто где был в 2004 году. Но единственное, что вот проблема в том, что мы с ним были вместе депутатами Одесского городского совета с 2006 по 2010 год. И я вот так вот сходу могу вспомнить решение, наверное, 10 по выделению различным силовым структурам, СБУ, МВД, ИГАИ. Деньги выделили? Которые... Землю, Алексей Николаевич, за которую мы вместе с вами голосовали. А даже можно поинтересоваться, поднять, как вы за это голосовали в свое время. Я запытывал. Могу вам напомнить даже конкретные объекты, которые выделяли. Ну скажите. СБУ, Французский бульвар, не выделялись площадки. Бывшая Скидайловская, бывшая штрафплощадка ОБЖИ не голосовалась. Так что изменилось? Так что изменилось? Этого же не было. Так что изменилось? Вы боролись с этим, наверное, тогда? Алексей Николаевич? Я не голосовал за это. Вы уверены? Уверен. Поднимите. Уверен, что голосовали. Вот посмотрите. Дуже, конечно, дискуссия. Как и за аэропорт не голосовал, за многие другие вопросы. Колеги, я дуже дякую. Ми з вами обсудили всі події, які сталися в Україні майже з 2004 року. Ми обов'язково повернемося і до теми і першого Майдану, і другого Майдану. Тим паче, що наприкінці листопада буде 5-та річниця. Олексій, Михайло і Михайло, дуже дякую за те, що прийшли. Я наприкінці нашої такої гарячої дискусії озвучу цифри, які надійшли. Дзвонили до нас телеглядачі, відповідали на питання, чи діє в Україні закон та справедливість. 3% людей, що дзвонилися, вважають, що так. А остальні не підтримують цю тезу. Ну, є над чим працювати, я вважаю. Ще раз дякую, був радий вас бачити і спілкуватися. Залишайтесь на репортері, бережіть себе, до наступних зустрічей в ефірі.